Украина и Литва договорились о региональном сотрудничестве. Государства уже утвердили план действий. Программа начнет реализовываться в ближайшее время. Об этом во время совместного брифинга с председателем парламента Литвы заявил спикер Верховной Рады. По его словам, это показатель высокого уровня поддержки со стороны европейского партнера. Именно литовский Сейм в свое время стал инициатором так называемого плана Маршалла для Украины. А сейчас он находит все больше сторонников ЕС и США, отметил Андрей Порубий. Это приклад не просто дружніх відносин – це приклад того, що Литва серед своїх зовнішньополітичних пріоритетів бачить підтримку України як одне з, напевно, ключових і основних завдань.